Если мы готовы начинать, первый гость, который пройдет по красной ковровой дорожке, которому сегодня удосужится открыть наш замечательный третий гранд-бал, человек, имя которого знают все в этом здании, и все звонят и говорят: «Алпамас, когда мы начнем?» Друзья, на красной дорожке встречаем автор и главный организатор гранд-бала в Уральске, председатель фонда «Хаер», менеджер и продюсер, под ваши аплодисменты, Алпамас Шарипов! Нужно, больше аплодисментов нужно. Ждем гостей, хорошо. Креатив Моментс, они везде. Неге, не болып жатыр деп сұрап жатқандар болса, хабарлаймыз. Дәл қазір үшінші қайырымдылық гранд-балы аясында ең мейірімді, жақсылыққа жаны құмар жұлдыздар бастаймыз. Друзья, чтобы вы знали, что здесь происходит, и для тех, кто едет мимо, возможно, и думает, что же в Уральске происходит в понедельник ночью. Друзья, сегодня третий благотворительный гранд-бал. Мероприятие, не имеющее аналогов, в принципе, в Казахстане, проходит здесь. Сюда приезжают звезды казахстанского масштаба, мирового масштаба. И сегодня здесь, в этом здании, пройдет этот замечательный гранд-бал, на котором мы с вами посмотрим и увидим замечательное шоу, замечательных артистов. И, конечно же, цель всего этого мероприятия, друзья, помочь людям, кому мы можем протянуть руку помощи, самым близким нашим родным. Ну что ж, давай попробуем, Алмагуль, поговорить с ребятами. Как дела? Замерзли, честно? Замерзли? Давайте немного согреемся, Алмагуль. А вот и первый автомобиль подъезжает к нам, друзья. Нужно больше аплодисментов. Где наши прожекторы? Ну что ж, мы готовы встретить первого гостя нашего третьего благотворительного гранд-бала. Внимание! Друзья, под ваши аплодисменты автор и главный организатор гранд-бала, замечательный человек, председатель фонда «Хаер», менеджер и продюсер Алпамас Шарипов! Встречайте! Пошумите, господа! Алпамас, спасибо, маэстро, за музыку. Чуть-чуть потише, спасибо. Алпамас, как настроение? Честно, хочу задать первый вопрос. Волнуешься? Әрине, өте қатты қуанып тұрмын. Орал қаласына үлкен рахмет, келгендеріңізге баршаңызға. Дәл қазір бүгінгі бал өте жақсы өтеді деген сезімдемін. Барша келген қонақтарға шын жүректен алғысымды айтамын. Бұл ең бастысы расымен де қайырымдылық балы. Сондықтан баршаңызға үлкен рахмет. Қошеметтеріңіз болсын, біздің келген қонақтарымыздың баршасын жақсы көңіл күймен қарсы алыңыздар. Рахмет сіздерге үлкен. Алмагүл. Можно, хорошо. Первый гость, друзья, главный организатор Алпамас Шарипов. Спасибо. Ну что ж, следующие наши гости. Вот мы ждали, и все разом и приехали. Кто это, друзья? История отношений вот этих молодых людей с Кульсарой стала предметом восхищения пользователей всего интернета, друзья. Девушка по имени Анель, которая, к сожалению, столкнулась с проблемами. Почти 7 лет находились на грани. И вот все эти годы рядом был замечательный человек, который познакомился с ней еще в школе, по имени Марлен. Марлену большое спасибо, низкий поклон. И сегодня, друзья, Марлен и Анель являются почетными гостями нашего гранд-бала. Встречаем аплодисментами! Алынбайтын қамал жеңілмейтін ауру жоқ екенін дәлелдеген тамаша жұпты қошеметпен шығарып салайық.
Можно немного пошуметь. Аплодисменты. Марлен Амель. Талисман нашего сегодняшнего гранд-бала. Мы приглашаем наших следующих гостей. Ортаға шығатын талантты өнерпаздар. Сіздер зор қолдауларыңызды күтіп отыр, достар. Олар ұлттық өнерімізге жаңа бақытты жан бітіріп, қазағымыздың қара домбырасын мұхит асып танытып жүрген Бастау дуэті. Группа Бастау, друзья. Ну что ж, бастаймыз ба, жігіттер? Кеттік, бастаем. Встречаем гостей, провожаем Салтанат Сарая. Ну что ж, пока мы ждем следующий автомобиль, Амагуль, скажи, пожалуйста, кого сегодня ты ждешь особенно? Димаш Тегенгім. Оксин, если мы танцуем, ходите до жоқшар, мин де көпшілісті қауіпмен келсемін толықтай. Димаш. Я бүгінгі кешіміздің сәні деп ойлайым. Димаш Құдайберген. Ну что ж, ну давайте так. Честно, хотелось бы вот обратить внимание на пресс-волл, друзья, дорогие наши партнеры. Спасибо большое, что вы присоединились, помогли организовать такой большой праздник в городе Уральск. Алпамысу, конечно, спасибо за то, что он собрал всех этих людей. Поэтому все, что за нашими спинами, друзья, это люди, которые приложили усилия, желания и помогли. Давайте посмотрим. Это креативная студия «Веранда», которая предоставляет цветы и декор. Можно аплодисменты, да-да-да. Кухни от Мария. Также развлекательный комплекс El Divino, где сегодня будет проходить автопати. Тоже слышали. MN Production. Также Creative Moment снимает все это дело прямо сейчас. Где аплодисменты? Уралдықтар! Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші. Бүгінгі кешімізді қолдап, оның ұйымдастыруына ат салысқан мекемелердің тізімі міне мұна баннерде. Сіздерге де көп-көп рахмет айтамыз. Я думаю, сегодня будет очень шумно, многолюдно и жарко. Виной чему стал третий благотворительный гранд-бал. Ну, следующие гости на подходе. Приглашаем. Друзья, этот хит разлетелся по всему интернету, и все знают эту песню. Где? Хайда, Ерке Исмахан. Хайда, хайда, десеңіздер, Ерке бүгін Оралда. Неге менің екінші кітабым, бірінші кітабы жарыққа шықты ма? Неге біз оны естімедік деген сауалдарға жауап беруге шаршамайтын медиа-продюсер Ләйлә Сұлтан қызы және қазақ эстрадасының сұлуы Гүлнұр Оразымбетова. Девочки, принцессы, вы, вот я как истинный мужчина, как джентльмен, хочу сказать, что сегодня вы выглядите просто очень-очень-очень настоящий бал. Друзья, мы ждали или нет? Не зря же мы мерзли, можно с вами. Сауал қойсам бола ма? Сіздердің ойыңызша, сіздердің азаматтық позицияларыңыз керек деп қана. Осы танымал тұлғалардың қайырымдылыққа қатысулары, немесе қайырымдылық жасауын жария еткені дұрыс деп ойлайсыз. Өйткені оқырмандарыңыз көп, үнемі көз алдында жүресіздер. Бұл жақсы бір әдеп, жұрт оған ел тиімі деп ойлайсыз ба, Ләйлә ханым? Енді жағдайға байланысты. Қайда бар ғой, оң қолын бергенді сол қолын білмейсін деп айтып жатады. Бірақ енді осындай дүбірлі бал жасап, гранд бал жасап, осындай елді бәрін жинап, жасап жатқан қайырымдылықты бәрі бір ел біледі, журналистер біледі, бақ өкілдері біледі, сондықтан да оны жасырып қалу мүмкін емес. Ал егер де өзіңнің жеке басыңның қайырымдылықтары болса, оны жариялату керек емес деп ойлаймын. Отлично, отлично. Енді еркеге қосыламын, қайырымдылық жасалмай жатқандық жасалып жатыр, бірақ оны біз айтпаймыз, оны біз қайырымдылық жасаған кісілердің өздері ғана біледі. Хорошо, Алмагуль, у меня тоже есть вопрос, пока вот разрывают наши поклонники на селфи. Ерке, вот такой вопрос, не отпускаю. Есть такое мнение, что самые красивые девушки в Казахстане живут в Уральске?
Тогда вопрос, А где живут самые красивые мужчины, парни, самые смелые, отважные? Нима еле орала, атын байқам сад жүрген шығар. Жоқ, мен олай айт, бөліп жарып айталмаймын, өткенді Оралдың қызы, Шымкенттің қызы, Ақтөбенің қызы деп айтпаймын. Қазақтың қыздары ең әдемі, ең сұлу, ең тәрбиелі және де қазақтың жігіттері де дәл солай батыр, шет-шетінен алып тұлғалы, ақылды жігіттер деп айтқым келер еді. Керемет жауап. Спасибо большое. Ендеше қонақтарымызды шығарып салайық. Қошеметтеріңіз қайда? Девушки, мы провожаем вас. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Селфи на красной дорожке. Еркис Паха! Ну что ж, мы продолжаем красную дорожку. Гранд-бал в городе Уральск прямо сейчас и прямо здесь. На очереди следующий автомобиль «Алмагуль». Кто у нас там? Уверена, что после жаркого лета отдохнувшие звезды сегодня с огромным удовольствием спешат своим поклонникам. Теперь внимание, кто же следующий гость сегодняшнего благотворительного гранд-бала? Внимание! Давайте посмотрим. Ну же, аплодисменты! Где аплодисменты, друзья? Давайте поддержим. Талантты жас актер Асылхан Төлепов пен танымал тележүргізуші. Жерлесіміз Нұрбегүл Егізова. Қошеметтеріңіз. Ребята, проходите вот сюда. Пойдемте, пойдемте. Можете посмотреть у вас все камеры, которые здесь. Вот здесь. Нұрсултан, Нұрсултан. Бүгінгі қайырымдылық балының ресми жүргізушінің саны 4 екенін хабарлаймыз. Ендеше. Встречайте, друзья, по красной дорожке. Вторая пара ведущих, которые сегодня организуют нам настоящее шоу. Это прекрасные ведущие третьего гранд-бала. Именно шоумен номер один города Уральск. Сергей Жужа! Аплодисменты! И очаровательная актриса, телеведущая, наша землячка Гульнара Сильбаева, привет! На самом деле, друзья, посмотрите, мы ждали долго, нам холодно, а посмотрите на них, какие они красивые, лучезарные. И самое главное, вот сейчас можно задать какой-нибудь интересный вопрос. Сергей, зачем выбрасывать пиджак? Он дорогой? Мне кажется, я как джентльмен должен выглядеть, вот смотрите, практически летнее одеяние, мурашки по коже, но я по-другому не имею права, у нас сегодня жарко, Уральск! Ура! Гульнар, можно я вот немного займусь позицию? Сергей, до свидания. Нам еще работать, Сергей, пусть вот. Гульнар, как дела? Каково приехать в родной город, посмотреть на лица, быть здесь на сегодня, сегодня на таком замечательном мероприятии? Я, как всегда, рада быть в Уральске, потому что я люблю Уральск. Уральск – это мой родной город. Я закончила здесь школу. Я очень рада всех вас видеть. Давайте вместе сделаем доброе дело. Зажжем сегодня Уральск! Вот так пара ведущих. Горячие – Гульнар и Сергей. Нұрсултан, вообще я… Әртестерімізге сәттілік серік болсын деп тілейміз. Друзья, я прошу всех, кто сейчас здесь, дорогие наши ведущие, мы вас отпустим. Просто на секундочку. Посмотрите нашим фотографам камеры. Они не зря стараются. Вы нас поддержите, друзья? Ну что ж, провожаем наших ведущих. Вы можете сфотографироваться с вашими поклонниками. Поклонниками вашего творчества. И мы продолжаем. Селфи-тайм никто не отменял, поэтому... Наши гости есть время. Ну а мы ждем и приглашаем на красную дорожку следующих наших гостей. Талантливая семья. Люди, которые дарят радость, музыку. Батстоп Продакшн в лице Ерлана Бикчурина и Джордан Аракелян. Аплодисменты. Ең құрметтейтін сүйікті әріптесім Жанар Байсемізова ортамызда. Қошеметтеріңіз. Ерлан, тебе не будет много, а? Вот-вот. Если бы я был султан, был бы Нұрсултан. Ребята, пройдемте вот сюда с нами, сфотографируйтесь, пожалуйста. Жорочка, очень рад тебя видеть.
Ирлан, здравствуй. Ирлан, скажи, пожалуйста, кто сегодня отвечает за звук и свет, потому что ты здесь, и я переживаю. Мен бүгін өшіндемін, звукқа да, бәріне мен бүгін жауаптымын. Бәрі. Паровоз, если не будет, ууу, так не будет звука? Нет, не будет. Отлично, отлично. Скажи, пожалуйста, вот немножко приоткроем завесу, что ждет не по сценарию нас? Может, какой-то сюрприз, не обязательно какой, но вот что ждет? Какой-то сюрприз ждет всех. Спасибо! Посмотрите, ребята, вот во все эти камеры, покажите свою красоту, вы не зря готовились. Ну что ж, провожаем зал, друзья, Джордан Аракелян и Ерлан Бекчурин, What a Sound Production. Рахмет сізгеде. Смотри, говорят, что в стране кризис, наша машина все короче и короче и короче. Был Мерседес. Итак, кто у нас на очереди, друзья? Кто на очереди? Как вы думаете? Димаш, еще варианты? Йокей Смахан, еще раз. Анмугли, как ты думаешь, кто у нас там? Мы готовы? Тоже интересно увидеть нашего следующего гостя. Ай-яй-яй, встречаем, нет? Аплодисментами. Композитор, еңбедельді аранжировщик Ринат Гайсин. Ринат Гайсин, салмалей. Кедесі жатқан мағын, что мы Ринат. Ринат, хош келуатс. Алмагули, может быть, есть что спросить у Рината? Енді мен Ринаттан шыны керек сұрағым бар, Ринат, какой атын. Ринат енді өзі аранжировщик болғасын, студиясынан көп шыға қоймайтын тұлға. Шындай, жоқсындай, үлкен қатысуымен болатын шараларға жиі қатысыз ба? Әлде сол жалпы шығармашын шабысып қайда тұп тыныш студияда отыра бересіз ғой? Ассаламу алейкум, қадірменді ағайым, жүргіздер, орал. Енді шығанда бүгінгі шара өте бір керек шара. Өзім оралда жүйе-жүйе жол тұрмайында, бірақ бүгін өзің ғасын көріп. Бүгін алқамыз бауырымыздың сұрақтан қайрымыз шара ашып, қабыл болсын. Орал тұрғындарына жеткені жалынды сәлем бізден, бәрімізден. Рахмет көп көп. Жей болып тұрмаймыз да, бірақ енді Оралға арнайы келдік. Рахмет көп көп. Ну что ж, друзья, для тех, кто еще не узнал, повторим, друзья, на красной дорожке прямо сейчас с нами композитор, лучший аранжировщик нашей страны и продюсер Ринат Гайсин. Ринат, у меня есть вопрос тоже, прям быстро. Часто ли вот обращаются, пишут на почту, звонят и говорят, ага, аранжировка Киригеда. И, конечно же, ключевой вопрос, чтобы мы примерно понимали, молодые артисты и музыканты, на что нам ориентироваться? Кто в Казахстане делает хорошую музыку? Кто с вами рядом стоит и его называет коллегами? Раз, добрый вечер, Ральф. Я все-таки больше композитор, но как аранжировщик тоже, да, заявил себе. Конечно, всегда приятно, когда молодые. Когда мы молодым даем дорогу, поэтому я очень рад, что из города Уральска, из вашего родного города, есть очень много молодых талантов. Вот только что вот прошел передо мной мой младший брат, Ерлан Бельчурин. Один из талантливых музыкантов этого города. Спасибо всем огромное. И девиз наш, композиторов, людей, которые связаны с творчеством, конечно, давать дорогу молодым. Поэтому мы всегда рады, что молодежь у нас растет и будет все у них, иншаллах, впереди. Спасибо огромное. Қалай жұлдыздың бағын ашқан, там танымалдылығын арттыруға, үлесім қосқан көптеген туындылардың авторы Ринат Гайсин. Ринат Гайсин, провожаем зал, спасибо большое. Ну что ж, очередной гость нашей красной дорожки. Кто же, кто же, кто? Друзья, как и обещали, сегодня рекордное количество знаменитостей в Уральске. Карлыгаш, можно мы просто вот сюда подойдем и скажем, дорогая наша, привет, как дела, как ты? Мы очень рады тебя приветствовать здесь. И скажи, пожалуйста, чтобы все знали и запомнили раз и навсегда, не из наших уст, а из твоих. Как нам называть, ребят? Это коллектив Шах. Шах. Будут выступать.
Танцы, песни, пляски, что? Все будет. Все. Отлично. Друзья, можно обратиться к нашим звукорежиссерам? Много трио, заметил, да? Отлично, да. А почему Шах? Шаймардан, Арман, Хамид? Может быть, вы не знаете. Нет, правда, почему Шах? Откройте секрет. Ребята сами придумали, что Шах звучит как-то гордо. Я на самом деле, дорогие звукорежиссеры, убавьте, пожалуйста, чуть-чуть музыку, пожалуйста. Я вот, честно, вот прямо здесь, прямо сейчас хочу закинуть идею по product placement. Вам можно продать, сделать замечательную рекламу чая. Мы сделаем клип. Чай Шах, группа Шах, коллектив Шах. Все, многомиллионные контракты. А кто не любит чай в Казахстане? Главный балетмейстер, друзья. Тот, кто ставит и говорит, как нужно. Еще раз. Друзья, дебютантов сегодня 100 человек. И все 100 человек нужно научить делать так, как правильно. И вот именно человек по имени Карлыгаш, дайте аплодисментов, сделал это сегодня. Проверим, все посмотрим. Все за тем ханом, Карлыгаш. Ну что ж, добро пожаловать к нам в гости. Аплодисменты, друзья. Уральск, не спим. Ну что ж, Димаш, Димаш, давай откроем секрет. Димаша сегодня не будет. Будет, будет, будет Димаш. И, возможно, даже прямо сейчас мы увидим его здесь. Да или нет? Держите забор крепче. Ну что ж, пока очередной наш гость готовится к выходу, мы хотим напомнить, что сразу после красной дорожки мы приглашаем вас всех в зал, где начнется официальный, где ведущие в лице Гульнар Сильбаева и Сергея Жужи и пары, которые сейчас здесь были, начнут официальное мероприятие, а мы уже зайдем внутрь и начнем греться чаем Шах. Амагуль, как ты думаешь, кто там? Кто там? Загадка. Видимо, гость не хочет выходить, потому что не слышит бурных аплодисментов. Друзья, давайте поддержим. Еще больше шума! Мне кажется, мы угадали, кто это. Да? Ай-яй-яй-яй-яй, какая красота! Замечательное платье и замечательная летящая походка. Друзья, встречайте, у нас на красной дорожке, прямо сейчас, прямо здесь. Камшат Джонбаева! Камшат. Как настроение, Камшат? Посмотрите, сколько людей собралось здесь сегодня. Камшат, вопрос первый. Во-первых, у вас шикарно. Вы готовились, и это стоит отметить. Камшат, откуда прилетели? Звездная жизнь, она подразумевает перелеты, поезда, какие-то гастроли. Откуда сегодня вы прилетели? Көрскенге өте-өте қуаныштымын. Мене бүгін сіздерде керемет мереке болып жатыр. Керемет қайырымдылық балы болып жатыр. Мен де қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Және де ұйымдастырушыларға үлкен рахмет айтқым келеді осындай мүмкіншілік ұйымдастырып жатқандарына. Әрине, мен бүгін Алматыдан ұшып келдім. Арнайы осы бал үшін. 2 миллионға жуықтаған, оқырманы 2 миллионға жуықтаған, ән әлемінде де, сән әлемінде де өзінің қолтаңбасы бар. Камшат ханым ортамызда. Камшат, бір сауал қойсам бола ма? Күнделікті өмірімізге ең көп уақытын неге жұмсайды? Күн сайын нәрсеге көп уақытын неге ойлайсыз? Қандай Өміріне кез келген әртістің күнделікті өмірі десек те болады. Тағы бір қошеметтеріңіз. Камшат Жолдыбаева бүгінгі отанда. Камшат Жолдыбаева! Ну что ж, звездные гости все проходят и проходят по красной дорожке. Фотографы, ловите все моменты. Что ж, я жду, что наш инстаграм города Уральска просто разорвется в клочья. И предлагаю ввести какой-то хэштег, который мы передадим нашим ведущим, чтобы они ввели его также на самом Грандбале. Амагуль, как ты думаешь, какой хэштег наиболее полностью отразит сегодняшнее мероприятие? Грандбал — это однозначно. Хэштег Грандбал 2017. Наверное, думаю, чем проще, тем лучше. Друзья!
Друзья, дорогие пользователи Инстаграма и других соцсетей, мы прямо сейчас вводим общий хэштег, по которому будем искать фотографии, делиться лайками и комментариями. Запоминаем. Покажите, как хэштег делается. Да, есть хэштег? Есть. И пишем Grand Ball, без нижних пробелов, без ничего. 2017, Grand Ball, Екоман, он же это. Готовы? Кто у нас на очереди? Друзья, встречаем аплодисментами! Молодой, талантливый, сильный, красивый, и все это не я. Добрый вечер. Давайте так, представимся перед гостями и аплодисментами встречаем, друзья. Добрый вечер, Эльдар Гасымов, победитель Евровидения. Победитель Евровидения! Боже, я стою рядом! Эльдар Гасымов! Да ты сильный мужчина! Эльдар, можно вот так вот? Я не буду мыть руку. Можно, можно, немного побольше фотографий, пожалуйста. Эльдар, как погода в Уральске? Холодно, довольно холодно. Я бакинец, поэтому мне тут на самом деле греют сердца, и это самое главное на сегодняшнем вечере. Скажите, что вот сподвигло вас приехать сегодня с искренним желанием прям вот сюда, не в Алматы, не в Астану, а именно в Уральск, на такое мероприятие в понедельник ночью, когда холодно, быть таким красивым и быть здесь? Что вас сюда привело? Ну, первым долгом дружба с Алфа-Мысом и, естественно, мое желание каким-то образом помочь и поучаствовать в этой прекрасной акции, увидеть людей из Казахстана. Я очень люблю здесь находиться. Добро пожаловать, Эльдар. Мы рады вас видеть тоже. Аплодисменты, друзья. Победитель Евровидения 2001. Это 11. Эльдар Гасымов, спасибо большое. А можно вслед помахать? Посмотрите на нас, Эльдар, пожалуйста. А мы вас сфотографируем. Спасибо. Увидимся в зале. Ты готовы или нет? Еще погромче. Дай, Эльдарба. Ну что ж, это, дорогие, замечательные, это король нашего предыдущего гранд-балла. Я узнаю это лицо, я узнаю эту щетину. Друзья, дайте аплодисментов, пожалуйста, нам. Аплодисменты, друзья! Ну что ж, дорогая, красивая, шикарная, я не стал называть твоего имени, потому что ты здесь, и мы все тебя знаем. Приехала к нам прямиком из горячего Самарского округа, да? Горячая, страстная, скромная, красивая, много эпитетов. Все мы ее знаем, и, конечно же, я вот не буду говорить просто, потому что не буду говорить год. Для меня ты мисс Уральск всегда. Вероника Залата! Дайте аплодисментов, ну... Вероника, как настроение? Представь, пожалуйста, нам своего сегодня джентльмена-ухажера на сегодняшнем балу. И что ты ждешь от сегодняшнего праздника? На самом деле, сегодня будет очень здорово, очень весело, очень крутая программа. Будет куча позитивных эмоций, будут улыбки, драйв, красота и тепло, которое мы будем вам нести. Драйв. Ну что ж, друзья, и чтобы вы знали, кто стоит рядом, это молодой человек, который выделяется на фоне остальных, да? Это замечательный король второго гранд-балла, друзья. 2016. Адам Расулов! Ну же, король! Не просто король, как дела? Скажи, пожалуйста, вопрос, куда подевалась твоя королева? Она обещала подъехать в ближайшее время. Карета только, да, когда отыкнули. Скажи, пожалуйста, вот вы наверняка видели, как шла подготовка, или вы как короли уже, знаете, ходили так, ну-ка, молодежь, занимайтесь, или все-таки наблюдали, помогали, советовали? Мы принимали непосредственное участие вместе с командой. Какие сложности были в этом году? Все-таки гранд-балл третий и опыта больше. Может быть, то, что вы знаете, прошли, ваш опыт помог ребятам в этом году? На самом деле, основываясь на предыдущем опыте, мы хотели самым главным добиться того, чтобы повысить планку и уровень гранд-балла еще выше и сделать гранд-балл еще более грандиозным событием. Зря ведь он называется гранд-балл. Я думала, у них это получилось.
Друзья, посмотрим вот сюда нашим дорогим фотографам в камеры. И поддержите Вероника Залата и Адхам Расулов. Подойдите, пожалуйста, Вероника. Мисс Уральск 2015. Первая вице-мисс Казахстан 2015 года. Очаровательная Вероника Залата. Расул, а я предлагаю тебе тоже пройти к девушкам, которые стесняются тебя пригласить. Все-таки ты король. Давай сделаем пару селфи с нашими. Вот, вот оно как должно быть. Стесняется он. Вероника, как ты думаешь, кто у нас на очереди из гостей? Вот вы там сидите, готовитесь. Что вы обсуждаете? Мы обсуждаем вас, если честно. А кого обсуждаете вы? Мы обсуждаем ведущих. Самых лучших, самых красивых и самых харизматичных, которые делают настроение сегодняшнего праздника. Давайте поаплодируем ведущим! Ну что, ребят, мы вас провожаем в зал. Увидимся внутри. Вероника Залата и наш дорогой король Расул. Готовы, друзья? Открывается дверь. И появляются замечательные, красивые, смелые, талантливые Назар Аударов! Назар Аударов Турарлык! Назар Аударов жігіттері ортамызда! Жігіт, қош келді! Скажите, пожалуйста, откуда приезжает машина? Откуда столько красивых людей? Өзіміздің туған қаламыз Оралдан, әдемі қаламыздан. Жігіттер, скажите, пожалуйста, что вы ждете сегодня от вечера? Я не знаю, честно, я вижу, что вы довольны, вы теплые, да, в отличие от нас, Алмагуль. Самое главное. Я на самом деле стараюсь говорить побольше, потому что, Алмагуль, ты немного замерзла. Мужчины, можно немножко уделить внимание Алмагуль и аплодисментами поддержать ее в красивом платье, на таком морозе стоять не так уж легко. Поэтому, Жигитер, ваши пожелания сегодняшнему дню. Ассаламу алейкум, құрметті оралдықтар. Осындай керемет күнде сіздермен аман-есен қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі әдемі те баршаларыңызға керемет көңіл-күй, өте жақсы сәттілік тілейміз. Рахмет, назар аудардың жігіттері бүгін тамызда. Қошеметтеріңіз. Ну что ж, самые-самые сочные снимки готовы? И провожаем джентльменов в зал. Если кто-то хочет сфотографироваться, просто поднимите руки. Да, можно, можно, можно. Телефон улетел, ничего страшного. Ну что ж, друзья, шарамыздағы келесі құрметті қонағы Қазақстандағы Америка елшігінің дипломанты Тоқжан Мұқатаева. Встречаем аплодисментами. Уральск, ну же, замерзли, нет? Давайте руки немного согреем аплодисментами. Ну же, друзья. Урал, я вас не узнаю. Тоқжан Мұқатаева, встречаем. Замечательный. Принцессы здесь, на красной дорожке. Можно попросить вас вот сюда пройти? Добро пожаловать. Қытай аруымыз жұлдызды қонақтарымызды көруге асығып тұрмын. Ендеше уақытын алмайық, сіздерді үлкен залымызға шығарып салайық. Провожаем, друзья, наших гостей, официальные представители нашего
соседнего заокеанского государства, в Казахстане, Токжан Магатаев. Посмотрите на нас, пожалуйста. Можете помахать нам немного оттуда сверху? Там уже тепло, да? Скорее заходите. Ну что ж, я думаю, что процесс встречи гостей подходит к своему логическому завершению. Алмагуль, давай пока все внимание не переключилось на супер-мега-звезду всего мира и стран СНГ, и Китая, и Кореи, в принципе. Сделай... Ай-яй, тише. Попросим фотографов сделать так, что как будто бы, друзья, вот как будто бы вы встречаете нас, просто молодых, неизвестных ведущих. Дайте нам, пожалуйста, аплодисментов. И фотографы могут нас сфоткать, да? Спасибо. Ну что ж, имя этого молодого человека знают все. Как его зовут? Точно? Достар келесі қонақты таныстырудың қажеті де жоқ шығар, бірақта әлемді өз даусымен тамсандырған қазақ елінің өнерін, қазақ елінің ұрпағын танытқан қазақтың ұлы Димаш Құдайберген ортамызда. Ну уже больше аплодисментов! Димаш Құдайбергенов! Человек, который сегодня даст шоу. Дружище, я очень рад тебя видеть. Хош келден, Димаш. Алмагуль, давай, спрашивай, нападай. Димаш, сіздің енді күнделікті тіршілігіңіз күйбен екенін білеміз ғой. Бірақ та осындай тығыз-тығыз уақытқа қарамастан, осындай жанкүйерлеріңізге, немесе фан-клубтармен кездесу ұйымдастырасыз ба? Кездесуге жалпы мүмкіндік бар ма сізде? Ассаламу алейкум, құрметті. Алты уақыты кейіп келген ағайын, жаран, дос бауырлар. Сіздері көргенме қуаныштымын. Әрек әншіге қанат түткізетін ол әрінетін дармандар. Сол сеттен әрбір сіздермен кедесуімді асыға күтілісінде боламын. Сіздері көргенме өте қуаныштымын. Ал енді, Димаш, сен көп деген ел аралап, жер аралап, біздің қазақтың танытып жүрген көп деген құрметті достар, Лос-Анджелес қаласынан, тіпті әлемнің түкпір-түкпірінен қазақ осы Димаш арқылы қазақ тілін үйренем деушілердің саны да артуда, оны өзіңіз де естіп жүрген шығарсыз. Ал Димаш, күні бүгінге шейін сіз өзіңіз қазақ туған тілінен басқа қандай тілді меңгеріп үлгердіңіз? Енді орысша, ағылшынша. Негізі баршаңызға үлкен рахмет. Көрсеміз. Димаш Құдайбергенов! Ну что ж, поддержите молодого, талантливого, популярного артиста. Друзья, побольше аплодисментов Димашу! Ну что ж, Алмагуля, мы пока можем поговорить с тобой о погоде. Как ты думаешь, завтра будет тепло? Я очень хотела, чтобы завтра было тепло. Я сейчас хочу горячий кофе. А что бы съела ты? Горячую ванну. А я представляю, как я беру своими руками горячий бешбармак. Вот прямо лепешки. Димаш, еще не все. Димаш Құдайбергенов, спасибо! Ну что ж, в принципе, мне кажется, ни для кого не секрет, и не нужно выдумывать и придумывать. Вот здесь, прямо сейчас мы видим, что успех артиста на любом уровне, будь это государство, будь это маленький город или село, настоящие поклонники, настоящие ценители творчества, они здесь. И самые-самые маленькие вслед. Димаш, тебе спасибо большое. Я скажу честно, будучи знакомым с Димашем лично, Димаш! Димаш никогда не отказывает фотографии, никогда. По возможности он делает это со всеми своими поклонниками и фанатами. Димаш Құдайбергенов! Алпамыс Шаримов, Алпамыс. И, конечно же, Алпамыс, с вашего позволения, вот оттуда сверху, можете нам немного помахать? Да, спасибо.
Мы закрываем нашу церемонию красной дорожки. Под ваши аплодисменты, друзья, встретимся в зале. Алмагуль, тебе спасибо, эти аплодисменты тебе. Друзья, мы начинаем официально третий благотворительный гранд-бал. Побежали греться скорее. Димашу. Обязательно. Я доверю тебе. Это для Димаша. Это для Димаша, все правильно. Қадірменді көрермен, қадірменді ағайын, мінекей көптен күткен гранд-бал 2017 мега жобасы сіздердің назарларыңызда. Көптен бері дайындалған дүниелерімізді күнделікте сіздердің назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Енді мінекей еңбектің жемісі сіздердің назарларыңызда. Бізбен бірге болыңыздар. ТДК 42 телеарнасы арнайы ұсынады. Қарсалыңыздар. Үшінші қайырымдылық гранд-балдың жүргізушілері. Дамы и господа, встречайте ведущие третьего благотворительного гранд-бала. Ladies and gentlemen, please welcome the third charity grand ball presentators. Сергей Жужа. Гульнара Сильбаева, Асылхан Тулепов, Нурбигул Егизова. Thank you.
Почему так тихо в зале? Ну-ка давайте поддержим ведущих гранд-балла. 3-4 аплодисменты! Спасибо. Ассаламу алейкум, ардақты ақжайық елі. Кешарық ханымдар мен мырзалар. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. У меня правда такой текст на английском. Құттарып қасиет қонған ақжайық төріндегі үшінші қайырымдылық гранд балға қош келдіңіздер. Сегодняшний третий благотворительный гранд-бал проходит при поддержке Акимата Западно-Казахстанской области, Управления по вопросам молодежной политики, Молодежного общественного объединения «Ахихат» и благотворительного фонда Алпамыса Шаримова «Хайер». Бүгінгі шара жастарға арналып отыр. Ал бүгінгі жас елдің ертеңгі тізгінін ұстар азаматтар. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевта әрқашан ел жастарына сенім артып келеді. Сол себептен де келешегіміздің бүгіннен де жарқын болу үшін өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласын жариялаған болатын. Бұл мақаланың басты мақсаты ұлттық санамызды сақтап, рухымызды кемелдендіріп, бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарынан табылу. Гранд-бал – это яркое событие в жизни нашего родного, любимого города Уральск, которое дарит массу незабываемых впечатлений всем гостям сегодняшнего вечера. Главной целью данного бала является объединение людей вокруг благородной идеи, идеи помощи, возрождение культуры благотворительности в Казахстане, особенно среди молодежи. Восстановление исторических традиций балов или балов, расставьте ударение сами, содействовать формированию молодых людей, как всесторонне развитых, гармоничных, культурных и толерантных личностей, открытых мировой культуре. Я бүгінгі біздің қайырымдылық шарамыз барша адамзатты тек мейірімділікке шақырып қана қоймай, осынау өңірдегі туризмді дамытуға үлесін қосып отырғанын айта кеткенді біз жөн көрдік. Өйткені тарихы кең Орал қаласында өтіп отырған гранд балға Ресей Федерациясынан, Америка Құрама Штаттарынан, Қытай елдерінен арнайы қонақтар келіп қатысып отыр. Ендеше Орал қаласына келген басқан қадамдарыңыз құтты болсын. Қошеметтеріңіз. Болсын. Қошеметтеріңіз. Dear friends, today our charity ball is attended by our distinguished guests who came from China, Russia, the United States. Dear guests, welcome to Kazakhstan, welcome to Uralsk. Добро пожаловать в Уральск. Организаторы гранд-бала хотят всем показать, что быть благотворителем сегодня может каждый, независимо от уровня доходов. И что, внося свой посильный вклад в большие проекты, каждый из нас влияет на качество жизни не только получателей помощи, но и общества, нашего современного общества в целом. Я құрметті достар, құрметті қонақтар, осы жерде айтап өту керек, бір ай бұрын бастау алған бұл шара күні бүгінге дейін қаламыздағы әр түрлі мекемелерде қайырымдылық жасаумен жалғасты. Атап өтсек, Орал қаласында тұратын жалғыз басты қарияларға ардагерлерді аялайық көмек көрсету ұйымдастырылды. Және де гранд балға келген еліміздегі танымал тұлғалар, өнер жұлдыздары барша осы мықты, осы игі шараларға қатысып, атсалысып жүрген ер-азаматтарға көп-көп рахмет айту керек секілді. Осындай кеш бізде жалғаса берсін, әрине жалғасын табады. Тағы да осындай тамаша гранд балға келген жандарға қош келдіңіздер деген келеді. Бәрекелді, Love for All бар махаббатпен. Бұл бүгінгі үшінші рет ұйымдастырылып отырған қайырымдылық балының тақырыбы. Осынау шараға қазылық еткен білікті де, білімді мамандардың сынағынан сүрінбей өткен 18 бен 29 жас аралығындағы 100 дебютантымыз бүгінгі балымыздың бас кейіпкерлері болмақ. Родной и любимый город Уральск, дорогие друзья, я как патриот своего города хочу сказать, что наш город очень гостеприимный. Поэтому давайте, во-первых, у нас сегодня очень много приезжих гостей. Гостей, которые пришли и приехали, прилетели сюда поздравить всех участников третьего гранд-бала. Я надеюсь на вас, я люблю вас, Уральск. Давайте встретим первых 100 участников третьего гранд-бала бурными аплодисментами. Они нуждаются в вашей поддержке. Друзья, Бермас, Шапала, Хайкайшу, Хайда, аплодисменты. Но
участники спешат к нам, я хочу напомнить, что в кастинге принимались во внимание не только способности их к танцу, но и интеллект, знание языка, творческие способности каждого претендента. Прошедший кастинг усердно готовились целый месяц с лучшим хореографом области, магистром Карлыгаш Кадырбековой. Күнделікті дайындықпен қоса дебютанттар кесте бойынша қаламызда қайырымдылық шараларына белсене қатысты. Оларға гранд-бал ұйымдастырушылары тарапынан еліміздегі өнер жұлдыздарымен кездесу, олардың шеберлік сағаттарына қатысу, әр саладан жаңа достар табу мүмкіндіктері туды. Ең бастысы, олардың өз-өздеріне деген сенімдері артты. Мы очень надеемся на то, что сегодня в ходе грандиозного настоящего венского бала наши дебютанты произведут на всех незабываемое впечатление. Біздің төріміздегі дебютанттарымыздың қатары облысымыздың әр түрлі саласында қызмет етіп жүрген жастардан, көп балалы аналардан, және мұғалімдерден, әскери сала қызметкерлерінен, мүмкіндігі шектеулі жандардан тұрады. Ендеше бойларында жігері мен талпынысы зор, көп қыз-жігіттерге қошемет көрсетіп қояйық. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Жайық жеріндегі үшінші қайырымдылық грант балын бастауға рұқсат етіңіздер. Назарларыңызға ұсынылатын алғашқы полонез биі. Полонез – танец истинно рыцарский, в котором каждый жест кавалера подчеркивал его преклонение перед прекрасной дамой. Это было своеобразное объяснение в любви, но объяснение не страстное, а сдержанное, исполненное большого внутреннего достоинства и такта. Ну а вот теперь, друзья, давайте еще раз поаплодируем нашим участникам, потому что это первый танец, который они представят на наш суд сегодня. Давайте так, кто не хлопает, тот не с нами. Сегодня благотворительный гранд-бал номер 3. Ваши аплодисменты, Курметті Конактар! А теперь поехали. Полонез – один из немногих танцев 18-го столетия, который благополучно прошествовал из одного столетия в другое, не потеряв пути своего достоинства и великолепия. Polonaise, a solemn processional dance at a medium pace, having a Polish origin. It was performed as a rule at the beginning of balls, emphasizing the sublime character of the holiday.
Давайте подарим аплодисменты нашим дебютантам. Ну-ка давайте еще раз. Гульнара. Да, давайте подарим аплодисменты нашим дебютантам. Они правда волнуются и искренне стараются. Обратите внимание, какие взгляды, волнения, переживания и радость за сегодняшнее торжество у них в глазах. Ну-ка давайте, шума больше, гранд-бал номер 3. Больше шума Олимпийский! Спасибо большое, спасибо. Все, расслабьтесь, лиха беда начала, вы открыли этот бал, вы молодцы. Спасибо вам, вы уже герои и вписали свои имена в историю. Рахмет. Бүгінгі шараға орай сөз Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Сейдірұлы Көлгіновке беріледі. Слово предоставляется акиму Западно-Казахстанской области Кульгинову Алтаю Сейдіровичу. Встречаем. Award for Akim of the West Kazakhstan region, Altay Sidorovich Kulginov. Бешарк, қадірменді қауым, құрметті үшінші гранд балға қатысушылар, құрметті қонақтар, баршаңызға, сүйікті Орал шаһарымызға қош келдіңіздер деймін. Биылғы бұл іс-шара өте ерекше, себебі біз елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасын аясында ұйымдастырып отырмыз. Сондықтан ұйымдастырушыларға, қатысушыларға біз шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Баршамыз жақсы көретін қазақты әлемге танытқан Димаш Құдайбергенге қош келдің айтқым келеді. Евровидениенің жеңімпазы Әзербайжаннан келген қонағымыз Эльдар Гасимовқа қош келдің айтқым келеді. Сонымен қатар барша өздеріңіз сүйіп теледидардан көріп отыратын қонақтарымыз, жұлдыздарымыз қазір барлығын атын айтамыз. Осында өздеріңіз алдарыңызда сөз сөйлейтін болады, кешке белсенді қатысатын болады. Қонақтарға рахмет дейміз. Қазақтан таралған, тегінен нәр алған, жалға ұрпақ, ұрпақтан ұрпақ, ұшағың сөнбесін, қасірет көнбесін, мәртебең өрлесін, шаттан шырқат, әніңді шырқап, хей, 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 байдала, шайлаға. Жоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, бейіпке өрлесің, шаттан шырқат, әніңді шырқап, хей, 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 байдала. Жоғары болды. Өйткені мұндай үлкен мереке болады деп өзім күтпеген едім. Сондықтан да ұйымдастырушыларға қол соғамын. Мұндай былай айтқанда ұлы іске барып және де бұл тек қана қазір
біз сіздер көріп жатқандарыңыз бұл мерекелік шара, яғни барлық халық жиналып көрермен алдында біз өнер көрсетіп жатырмыз. Бірақ оған дейін біздер әрбір келген осы жаққа артистер, біреуі балалар үйіне, біреулер қарттар үйіне, біреулер тағы да көмекке мұқтаж жерлерге барып өздерінің кішкене болса қол ұшын берді. Сондықтан да мұндай іс-шараға мен қатысып жатқаныма өз-өзіме ризамын, соны және де ұйымдастырушыларға ризамын, өз ризашылығын білдіремін. Сәлеметсіздер ме? Жағдайларыңыз қалай? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Енді негізі бүгінгі кешке шын айтайын ба алпамыз, бар шындықты осы жерде. Бүгінгі кешке мен өзім сұранып келген адамның бірімін. Осы 100 әдемі қызды көрсем екен, басқа да жігіттерді көрсем екен, жастарды бір-біріне табыстырып жатқан жоба сияқты. Жалпы елімізде қазір үлкен рухани жаңғыру деген бағдарламаның жүріп жатқанын барлықтарыңыз білесіздер. Менің түсінігімде рухани жаңғыру деген әр адам өзінен бастайды. Оны қалай бастайды, қалай ізденеді, қайырымдылықтан бастай ма, басқадан бастайды ма, адам өзіне дұрыс жоспар құра білу керек сияқты. Мінекей туған жеріне деген тағзым, туған еліне деген өзінің сүйіспеншілігін Алпамыс батыр осылай білдіріп жатқанға ұқсайды. Алтай мырза, сіздің жасап жатқан істеріңіздің барлығын жақсы білемін, жақсы таныспын. Енді оңтүстіктің қыздары мен жігіттері зың-зың ғой, оны білеміз ғой. Сондықтан еңбегіңізге береке тілеймін. Өте жақсы бастамаларыңызбен таныспын. Және де сіздің қол астыңызда істейтін қызметкерлеріңіздің де еңбектерін жақсы білемін. Енді бүгінгі бал үлкен бір қайырымдылық шараның басы ғана. Өйткені өзім бүгін біраз қыз келіншектермен кездестім. Олардың көздеріндегі мынау отты байқау, оны сезіне білу бұл үлкен құрмет болды мен үшін көрсетілген. Оралда мен бірінші рет 2003 жылы суперстармен келген болатын. Жер барып хабар айтпасын, Батырхан Шүкеновпен дәл осы қалада бірінші рет келгенде қазақ тілінде ән мүлдем айтылмайтын. Бұлай қазақ тілінде жүргізу түгіл, басқа да ешқандай іс шара жүрмейтін. Мінекей араға қаншама жылдар салып мен келіп отырмын. Мен өз басым өте қуаныштымын осындай іс шараға қатысып отырғаныма. Және де бұл басы ғана деп айтып отырғаным, бұл жобаның ары қарай жалғасатынына мен кәміл сенем. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Осындай керемет әдемі салтанат сарайында барлығымыздың бүгін басымыз қосылып отыр екен. Бұл өмірде ешқандай да кездейсоқ жағдай болмайды дейді барлығы. Жоғарыдағы бір тәңірдің жаратушының керемет бір үйлесімділігімен, шеберлігімен болады екен. Негізі мына Алматы, Астана қалаларында бұндай шаралар өте көп өтеді. Батыс өңірлерінде енді-енді қолға алынып жатыр. Әсіресе осы Орал қаласы мен үшін өте ыстық. Ең бірінші Орал қаласына осы жазда келіп кеткем. Сол кезде қатты ғашық болып Оралдың сондай әдемілігіне, ауасының балғындығына, табиғатына, жасыл желегіне сондай ғашық болып махаббат
махаббатымды керемет төгіп-төгіп кеткен сияқтымын. Сол махаббатпен Орал мені қайтадан өзіне шақырып жатыр. Сол үшін басымды иіп сіздерге рахмет айтамын. Бұл жерде бұдан да менен де басқа біздің елімізге пайдасы сіңген, еңбегі сіңген адамдар тұруға лайықты. Дегенмен де бірінші Алпамыс мырзаға зор алғысымды айтам мені шақырып отырғанына осы жерге. Енді мына рухани жаңғыру деп бәріміз айтып жатырмыз ғой. Негізі біздің елбасымыз өте дұрыс кезде қолға алған бағдарлама деп есептеймін. Өйткені біз бұған дейін еліміздің сыртқы саясатын жөндеу үшін, экономикамызды түзеулеу үшін сондай шараларға көп маңыз бердік те, өзіміздің рухани дүниемізді, ұлттық құндылықтарымызды, жан дүниеміздің тазалығын, жанымызды тазалауды кішкене ысырып қойдық. Сондықтан да дәл қазір бұл рухани жаңғыру мен үшін адам өзінің ішкі жан дүниесіне үңіліп, өзінің әлемін әдемі етіп, сол өзінің әдемі әлемі арқылы әлемді әдемі ету деп түсінемін. Өйткені дәл қазір мысалы бүгін өте керемет тілектер айтылып жатыр. Қандай әдемі көйлек киген, сондай керемет молшылықта, берекеде осындай шара өтіп жатыр. Осының барлығы осы Орал қаласынан ұшып космосқа барып, осы Орал қаласының одан әрі жандануына ықпал етсе екен деймін. Және осы Батыс Қазақстан облысы басшылығына үлкен рахметімді, құрметімді білдіргім келеді. Осындай бастамаларды, жастардың бастамаларын қолдап, сеніп, жас екен, бұл алып жүре алмайды екен деген сияқты сенімсіздік күдік білдірмей, осындай үлкен шараны жұмыс істеуді атқаруды табыстап сенгендеріңіз үшін көп рахмет. Осы шараға атсалысып жатқан барлық адамдар үшін осы шараның сауабы тисін. Мысалы, осы тек қана грант бал, әдемі көйлек, әдемі макияж сонымен ғана келіп отырған жоқ, бұл грант бал бұл ғана емес. Осы грант балдың аясында өте көптеген ғибратты, сауапты істер атқарылуда. Жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар, балалар үйіне біз барып шықтық, балалармен амандасып шықтық, олардың жүздеріне күлкі сыйлап шықтық, махаббатымызды бөліп шықтық. Сондай ақ мүгедек жандарға мысалы барып жатыр. Осы үш күннің ішінде мен Оралға келгеніме бүгін үшінші күн мастер класстар өткіздік. Жастарға мотивация беруге талпындық. Адамдарға кішкене өмірдің басқа да керемет ғажайып тұсы бар екенін, өмірге қиын көзқараспен емес, жеңіл қарасаң өмір деген бір керемет қызықты мереке екенін, және сол мерекеде біз осы жердің бетінде әдемі жұмақта өмір сүру керек екенімізді түсіндіруге тырыстық. Иә, қадірменді көрермендер, мінекей осымен үшінші жыл қатарынан өткізілген Гранд Бал 2017 жобасы өз мәресіне таяп қалды. Расымен де биылғы жылғы Гранд Бал өзінің көптеген ерекшеліктерімен өтті. Соның бірі бүгінгі біздің кешіміздің басты қонағы Димаш Құдайберген. Ендеше осынау жобаның қорытынды сөзімен айтар болсақ, құрметті ағайындар, әрдайымда қасындағы жандарымызға жанашырлық білдіріп қайырымды болайық. Келесі жылғы Гранд Балда жүздескенше аман сау болыңыздар. I never needed anymore, and making love was just for fun. Those days gone. Even though I think of us as friends, I know that when I it's good.
көз